Перед вами католический крест. На его каменном основании закреплена дощечка с автографом Папы Римского Иоанна Павла II. Над ней размещен личный герб Папы. Папская тиара венчает щит с буквой «М», символом Девы Марии, и два перекрещенных за ним ключа. Этот крест – напоминание об итальянской экспедиции к Северному полюсу. В 1899 году экспедиция под руководством Луиджи Амедео, принца Савойского и герцога Абруцкого на шхуне Стелла Поларе отправилась к архипелагу земля Франца Иосифа, чтобы достичь оттуда Северного полюса. Дойдя до самого северного острова в архипелаге, до острова Рудольфа, герцог со спутниками остановились на зимовку. Во время зимней подготовки Луиджи Амедео обморозил руку и был вынужден ампутировать несколько пальцев, поэтому он не смог возглавить решающий бросок к полюсу. Весной следующего года группа под руководством капитана Умберто Каньи попыталась достичь цели, но, добравшись до рекордной в то время точки 86 градусов 33 минуты северной широты, в 381 километре от полюса была вынуждена повернуть обратно. Несмотря на неудачу, экспедиция поставила промежуточный рекорд в гонке за покорение Северного полюса и навсегда вписала свое имя в историю покорения высоких широт. К вершине креста двигается цепочка людей. Поднимаясь, фигуры становятся легче, их жесты спокойнее, выражение лиц мягче. У основания сидит мужчина, который закрыл лицо рукой. Рядом с очевидным усилием начинает подъем человек с широко раскрытым в немом крике ртом. Чуть выше женщина поддерживает ребенка. Следуя взглядом дальше, различаем третьего мужчину. Его жесты более плавны и спокойны. Он на полпути к цели. Еще выше по кресту поднимается девушка. В ней все кажется смягченным, движение подчиняется устоявшемуся ритму. В 2001 году Италия отмечала столетие этого отважного похода. А весной состоялась совместная российско-итальянская экспедиция на Северный полюс, в которой приняли участие потомки герцога. Его внучатый племянник с женой и сыном, а также правнук Симона Канепа, одного из спутников герцога, матроса. Епископ Либерио Андреато доставил на полюс итальянский крест, освященный Папой Римским, автор креста – скульптор Андреа Трещуцци. Последняя фигура, облаченная в кардинальскую мантию и шапочку – портрет Папы Иоанна Павла II. Завершая путь, ведя за собой остальных, Папа делает последний шаг. Его тело вытянуто, он обхватывает крест одной рукой, поднимая другую в жесте приношения. Высшая точка композиции – распятый Христос. Несмотря на страдания, он как будто наклоняется вниз, навстречу человеку, обещая прощение и спасение. 14 апреля 2001 года этот крест установили на Северном полюсе, а на следующий день, в Пасху, епископ прочел торжественную службу. После завершения экспедиции авторскую копию креста передали в Российский государственный музей Арктики и Антарктики.